готова. Мы приветствуем Наталью и интересуемся, готова ли она к диагностике, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Она и мешать дышала, это накидка, она как мешок на все тело была. Да, она готова к сеансу. Отлично, хорошо. И я даю команду на счет 3. Сканер начинает сканировать все 7 тонких тел Натальи. Пространство над головой, под ногами, 360 градусов вокруг нее. Находит все чипы, датчики, импланты. 1, 2, 3. Сканер начинает сканировать все 7 тонких тел. Находит все. У нее черт. Черт, поехали. Инсектоид. Инсектоид. Гуманоид. А вот этот мешок, как накидка, она как мешок, ну, грубо говоря, из-под картошки. Вот он таким же цветом, и он, ну, как в пыли весь, он ей мешал дышать даже. Закрыта полностью она была им. Это гуманоид, да. Ой, паразит попался сегодня. Значит, и арахноид еще. И арахноид. На голове. Арахноид. Так, значит, я вижу уже сразу, больше всех вред принес гуманоид, да? Но он закрывал от всего. Дышать не давал ей. Нормально. Я сейчас подхожу к гуманоиду и спрашиваю, на каком основании он делал такие подлые вещи, убивая человека, убивая то, что, в чем находится душа Творца. Затягивал мешок, он хотел затянуть, вернее. Да. И что, думал, тебе ничего за это не будет? Ты серьезно Обычно думал? Не бывает. Ну, а сейчас? А сейчас я делала ее невидимым, а вы нашли. О. И как ты думаешь, что, как я с тобой поступлю сегодня? Пустишь. А почему так думаешь? Потому что так должно быть. И гуманоид получает удар. 100 000 герц удар. Активирую печать семи архангелов и даю ему мощнейший удар света любви Отца. Удар, короткий удар. Вот так должно быть. Ему больно. Он пытается защищаться, но... Возврат идет. Возврат идет. Ну давай, позащищайся там чуть-чуть. Я тебе сегодня предоставлю такой... Больно ему, говорит, кто ты такой. Это я оставлю пока секретом, потом узнаешь, кто. Время придет, узнаешь. Куда я попал? Ты попал на свои похороны. Что происходит? Происходят кармические законы в действии. Ты сделал зло и получаешь за это откат по полной программе. А ты не знал, что в законах мироздания есть закон кармы? Вы этого не проходили? Он говорит, что вы, людишки, даже не понимаете, что такое закон кармы. Ты посмотри на людей. Выпусти меня отсюда. Да? А что ты так думаешь, что я это сделаю? А что ты так думаешь? Открывается перед его клеткой портал в галактическое ядро 1, 2, 3. И повтори мне сейчас то, что ты там сказал насчет людишек. Я жду. Повтори то, что ты сказал сейчас насчет жалких людишек, которые не знают законов мироздания. Он говорит, да кто ты такой, черт тебя подери. А черт рядом говорит, ты что, не видишь его вибрации? Закрываю портал, 1, 2, 3. Черт, я тебе дам сегодня все лярвы. Ты, оказывается, самый умный из всей этой команды оказался. Хорошо, так, поехали, все. Вы обнаружены, сейчас начнется реверс энергии, я отдам вам все черное, заберу все светлое. После этого я вытащу, вернее, скажу каждому выйти, за исключением гуманоида, там я сам все вытащу из биополя. И после этого я проведу проверку. Если все пройдут проверку, те, кто пройдут проверку, те уйдут безнаказанно первый раз на свою чистоту. Если они второй раз осмелятся зайти в это тело, в это биополе, человек прочитает к этому моменту уже манифест, где будут стоять слова, я скидываю в галактическое ядро всех интерферентов, то они без предупреждения уходят в галактическое ядро. Но это на будущее. Первый раз сегодня я вам объяснил программу, как она проходит. Всем понятно? Понятно всем, да. Хорошо. И жалкие людишки, не знающие законов мироздания, начинают чистку. И я даю команду тонкой копии Натальи спроецировать все энергетические сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную, негативную, патогенную, низковибрационную энергию в ее биополе. 1, 2, 3. Начали выстраиваться каналы, в сущности каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной, патогенной, низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслей, мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Наталье, энергии страха, энергии неуверенности, энергии всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним назад. Усиливаем все в 50 раз. Черт, как долго ты находился в этом биополе? Расскажи мне, где ты зашел? В ванной. То есть ты зашел через портал в квартире, да? Там же в ванной зашел в нее. Понятно, Наталья, у вас порталы в квартире. Черт, сколько, о скольких порталах ты знаешь в квартире? Там еще двигающиеся воронки. Он только в ванной показывает. Ну, он один использовал. Хорошо. Ну, надо квартиру чистить, Наталья. Мы рекомендуем вам почистить квартиру, потому что вы видите, как к вам пришел черт. Хорошо, обращаясь к инзектоиду. Инзектоид, как долго ты находился в биополе, Наталья? 5 лет, инзектоид. 5 лет. У тебя там есть инкубатор? Да, есть. Хорошо, потом, когда я дам команду, выйдешь и вытащишь. Арахноид, как долго ты находился в этом теле? 3 года. 3 года. У тебя есть там тоже какой-то свой инкубатор? Или паутина только? У него гнездо там. Гнездо есть. Хорошо, я тебе дам потом команду, уберешь это все. Как у нас с реверсом, Вера? Ну, вот к этому гуманоиду, к нему энергия идет какая-то коричневая, вот как картошка. Мешковина. Да, вот что-то такое. Вижу. С грязью, вот как с землей, с какой-то. Это такое что-то, чем она дышала, она дышать не могла. И усиливай в 100 раз этот поток к гуманоиду. 1, 2, 3, все до последнего микрона возвращается назад к гуманоиду. Гуманоид ее 7 лет контролирует. Хорошо. Готово. Отлично. Так. Переходим к реверсу энергии. Устанавливается фильтр зала, то есть сеточкой на все каналы. И в порядке реверса Наталья забирает всю чистую и светлую божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная. Чистая. 1, 2, 3. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли до последней капли, до последнего микрона, возвращает Наталья себе обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Человеческая энергия идет от гуманоида. О, ну все, гуманоид, ну все, я вижу, все, закончилась твоя песня на сегодня и навсегда. Ты будешь сегодня в пепел превращен, утилизирован. Ты просто паразит, криминальный элемент. Откуда ты, Сириуса? Все-то ты знаешь. Да. А ты знаешь, что на Сириусе меня очень хорошо знают. И ловцы душ даже отказались меня ловить. И угадай, почему. Угадай. Вот тебе черт намекал. Ладно, с ним бесполезно разговаривать. Сдам его сегодня в военную... Он очень увлечен был затягиванием этого мешка. Хорошо. Запустил все новости. Отлично. Это твоя проблема. Незнание законов не освобождает от ответственности. Реверс закончен. Отлично. Хорошо, я даю команду. Сейчас, черт, выходишь. Снимай все, что ты оставил в ее биополе, на всех тонких телах. И как снимешь, доложи мне. А, ты знаешь, у нее какие-то энергии теплые. Он мне даже показывает, она зубы чистила. Угу. Он забегал, то есть он выходил и заходил в ванной, когда хотел. Носки на ней его. И откуда-то приходил, когда он с портала. Он как клубком сворачивался, у нее внизу и грелся. Как кошка, вижу. Черт, скажи мне, что ты оставил еще в квартире там? Одеяло ты там оставил ее? Свою? Клубочки? А? Одеяла нет. А клубочки? Клубочки есть. Хорошо, во-первых, сними то, что ты там оставил. Вернее, сначала из ее биополя. Он снял, Вера? Он снял, да. Хорошо, где лярвы находятся на биополе? Скажи мне, черт. Голова. На голове лярва. Хорошо, забирай эту лярву, все, до последнего микрона, что там ничего не осталось. Аккуратненько снимай. Да, он снялся. Хорошо. Так, и я сейчас даю команду на счет 3. Открывается портал в квартиру Натальи. 1, 2, 3. И все, что находится на чистоте черта, вылетая через этот портал, летит к нему в клетку. 1, 2, 3. Все, до последнего микрона возвращается на чистоте черта к нему в клетку. Готово. Закрывая, печатаю, растворяю. Черт, это я сделал по одной простой причине, потому что если мы второй раз встретимся, если ты случайно опять через этот портал зайдешь, я опять тебя вытащу, то я тебе сразу сказал, у тебя ничего там не находится. Если я вдруг эту квартиру буду чистить и найду тебя, у тебя не будет никаких оправданий. Поэтому тебе запрещен будет вход в эту квартиру. Ты это понял, да? Понял, не дурак. Вот с этим я действительно согласен сегодня. Хорошо, так, черт все забрал. Инзектоид, я прошу выйти тебя и забрать все на твоей чистоте. Приступай и возвращайся потом в клетку. Живот. Хорошо. Насиженное у него место там. Пришли новые хозяева, вернее старые хозяева пришли. И просит освободить квартиру. Все снял. Хорошо, арахноид, выходи и вытаскивай все, что ты оставил на своей чистоте в его биополе. Ничего не забывай. Но у него прямо на голове его как гнездо из черной паутины. Наталья, вот это причина ваших головных болей. Они у вас должны были быть очень серьезными. Потому что именно вот это сущность... Синяя по позвонку ходит, он тоже и отвечает как раз за эти боли. Спине, позвонке и голове. Шея. И шея. А мы все к врачам ходим и глотаем эти таблетки, от которых у них просто... Они кайфуют. Хорошо. Я снял. Хорошо. И сейчас я даю команду на счет 3. Все, что установил гуманоид... биополе Натальи, значит, 3, начинает выходить из всех 7 тонких тел. 1, 2, 3. Выходит из всех тел. 1, 2, 3. Наталья помогает, выдавливает полностью из себя все чужеродное на чистоте гуманоида. Все выходит до последнего микрона. Остается только энергия Натальи. Ну вот от гуманоида таким... коричневым каким-то кругом, коричневый с черным. Темный вот. Накрутилось. Хорошо. Все остальные вышли? Вышли все, да. Хорошо, открывая портал в галактическое ядро, весь этот мусор улетает в галактическое ядро на счет 3. 1, 2, 3. И на счет 3 начиная рассинхронизацию Натальи с энергиями черта, инзектоида, гуманоида и арахноида. На счет 3 Наталья забирает все свои энергии, а черт инзектоид и гуманоид с арахноидом забирает все свои энергии до числового значения 100%. 1, 2, 3. Начинается рассинхронизация, каждый забирает все свои энергии до числового значения 100%. Да. Хорошо. Так. И сейчас я подхожу к Наталье и... кладу руки на плечи, моей собственной энергии сжигаю на счет 3 все каналы к интерферентам. 1, 2, 3, удар. Сжигаются все каналы. Готово. Открывается портал в галактическое ядро. Эти остатки улетают в галактическое ядро на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатай, растворяй. Есть. Хорошо. Каналы мы отбили. Я даю команду сейчас скэнеру начать проверку. Контрольная проверка проводится. 1, 2, 3. Скэнер сканирует все 7 тонких тел Натальи. Находит малейшие остатки энергии чужеродных, чипы, датчики, все, что было не обнаружено, все проявляется. Загораются ярко-красные маячки в случае обнаружения. У нее от инсектоида вообще пустые тела. Оранжевый, желтый. Это живот и ниже. Даже живота. На зеленый он перешел. Уже на зеленое добирался. Да там веселая компания сидела. Чистая она. Чистая, хорошо, все. Черт, инзектует, арахноид, ты понял, больше в это тело не приходить. Никогда, ни при каких обстоятельствах, даже с открытыми порталами. Даже. Арахноид, скажи мне, подожди, у тебя что-то в квартире осталось? Осталось. Вот. Открывается на счет 3, портал, в квартиру, 1, 2, 3. И все на частоте арахноида, все, что... Нет, стоп. И открывая портал в квартиру, арахноид, иди в портал, забирай все и возвращайся назад. Побежал? Ну, он как-то так не уверенно. Так, арахноид, или ты пойдешь туда сейчас, ну, все пошел. Заберешь? Пошел, давай. Я не закрываю портал, я жду. Быстренько давай. Забрал все и вернулся. Лучки идут. Троем оттуда с канала. Ну вот, поэтому. Последний момент. Паутину собрал тоже. Хорошо. Пошел. Молодец. Молодец, арахноид, благодарю тебя. Ты понял, в эту квартиру тебе больше возвращаться не стоит, да? Вообще-то. Фурчит. Отлично. Открывается наверху портал против часовой стрелки 1, 2, 3. И арахноид забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо. Инзектоид, а ты оставил что-то в квартире? Есть там твое что-то? Нет, инзектоида нет ничего. Но есть энергии гуманоида, вот эти коричневые. В квартире, да? Да. Открывается портал в квартире, и я даю команду: вся энергетика, которая находится на частоте гуманоида, начинает выходить, вылетать через этот портал и летит в клетку гуманоиду. 1, 2, 3, все, до последнего микрона. На частоте гуманоида возвращается назад, к нему в клетку. Готово. Закрывая, печатаю, растворяй. Хорошо, арахноид ушел, инзектоид ничего не оставил. Инзектоид, ты понял, больше не возвращайся. Готов уходить? Открывается наверху портал на частоте инзектоида 1, 2, 3. Инзектоид забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Черт, ты остался единственный в прибыли из всей этой компании. Ты понял, больше в квартиру в эту не приходи. Ни при каких обстоятельствах. Найди себе новое место. Понятно? Да, понятно. Хорошо, открывается внизу портал на чистоте, черта 1, 2, 3, черт уходит на свою чистоту, забирает все, что он с собой принес. Закрывая, печатая, растворяя. Есть. Так, и тут жалкие людишки решили спросить высокого представителя Сириуса. Что нам с ним делать и почему он думает, что я его куда-то вообще отпущу сегодня? Всех отпустила, меня отпускай. Я тебя отпущу в другое место сегодня. Тебе понравится. Ли, я прошу выйти со мной на связь. Делай запрос в энергоинформационном поле. Отпущу? Ты точно уйдешь. На связи. Ли, пожалуйста, у меня здесь Сириус, гуманоид с мешком. Старевший способ. Он 7 лет сидел, говорит, все новости пропустил. Я ему сказал, что незнание законов не освобождает от ответственности. Насосался, наверное, человеческой энергии. Там был кошмар. Потоки такие шли, что рассинхронизировали 10 минут. И он назвал нас жалкими людишками, когда я у него спросил, знает ли он законы мироздания. Я ему сказал, что он ошибается. Они присоединяются к его клетке. Отлично. Вот я тебя от гуманоида, как и обещал, отпускаю. Но он тебе кричит. А мне уже многие кричали. А ты что делаешь? Пусти меня на мою чистоту. Ну, вот, сейчас я начальству передаю своему. А с тобой уже решат, что ты сделал. Степень твоей вины установят. Говорит, что вы нарушаете все законы, отпустите меня. Но они его ведут, забирают. Да. Пусть объяснит о законах уже куда он, по месту пребывания. Там ему... Стойте, я сам уйду. Да все уже, ушел. Почему они его забрали? Отлично, Верочка. А там еще остался его это Энергия, мешок. Да? Мешок. А под ней открывается портал в галактический дрон, улетает в галактический дрон, сгорает все. Закрывай, печатай, растворяй. Создаем защитную оболочку, подсоедини тонкую купину талик, синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Долго поднимались частоты у нее, да? У нее они так интересно поднимались, как по спирали, закрученная спираль. И потом так в разные стороны, как на мелкие частицы разошлись. Понятно, хорошо. Создаем защитную оболочку, подсоедини тонкую копию Натальи к источнику полей Меркаба для структуризации энергии Земли и космоса, воссоздание защитного каркаса в биополе Натальи. Пошел процесс. Она знает это, она космическая душа. Откуда, не могу пока понять. Готово. Хорошо. Создаем. Так, Меркабу ты сделала, да? Пусть тонкая копия Натальи вспомнит самый счастливый момент в жизни и даст нам сейчас числовое значение. 700. И подними уровень эмоционального состояния тонкой копии Натальи до значения 700 Гц. Готово. Отлично. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю к нам куратора или учителя Натальи. Просим вас прийти к нам в комнату диагностики. Мужчина. Мужчина. Снимаются все маски и голограммы. Мы приветствуем куратора или учителя. С кем мы имеем честь общаться? Представьтесь, пожалуйста. Он меняется. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстает в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Мужчину зовут Рин. Рин? Да. Хорошо. Мы приветствуем куратора Рин. Меня зовут Влад, это Вера. Мы сегодня проводили чистку вашей подопечной Натальи. Вывели из нее интерферентов по ее волеизлиянию, заправили ее энергией, и она изъявила желание задать 10 вопросов своему куратору. Будете ли вы так любезны ответить на эти вопросы? Ну, он кивает. Видимо, он немногословный. Но, в общем, смотри, он когда появился, он такой, как... красный человек был, во всем таком красном. И вот Наталья, она поменяла такую же форму. То есть они с одного места, видимо. И потом он поменялся и стал как мужчина выглядеть, представился, чтобы принять форму, да. И когда вот он на нее смотрит, да, у них идет контакт. Они вот превращаются в таких красных. Очень интересно. Оболочку. Очень интересно будет узнать, Рина, откуда душа родом Натальи? Венера. Венера? С Венерой мы еще, по-моему, первый раз никогда еще не видели. Приветствуем вас. Итак, я начинаю. Рин, я приветствую своего куратора или наставника, или друга. Я очень благодарна тебе за твою любовь, за помощь, за твое терпение. Я это чувствовала, и большое спасибо и мой поклон тебе. Это слова вам, Рин. Я перехожу к первому вопросу. Какая я душа и где было мое воплощение перед этим? И какое мое наилучшее воплощение? Тут вроде два вопроса. Хорошо, Рин. Какая я душа и где было ее воплощение перед этим? Он не говорит, он больше показывает. То есть душа у нее древняя, когда на Венере еще были не воплощения, а когда еще на Венере производили души. Это было в начале веков. Понятно. Я знаю, вы не любите цифры, но для нее это было важно. Хорошо. Какое ее было наилучшим воплощением, она спрашивает? Он говорит, что ты все расплывчиво спрашиваешь. Задай, пожалуйста, четкий вопрос. Это так она спрашивает. Это, я понимаю, вопрос к ней обращался. Вот она интересуется, какое было мое наилучшее воплощение. Что такое наилучшее воплощение в ее смысле? Но это, скорее всего, воплощение, где она больше всего имела какой-то успех, взяла больше всего каких-то знаний. Ну, вот он говорит, что я понимаю, о чем она говорит. Это и поясню. Да. Лучшее воплощение – это то, где душа себя чувствует на своем месте. И есть такое место у каждого. И где у нее было это наилучшее воплощение? На земле. Это не воплощение, это место. Она интересуется своим наилучшим воплощением. Я даже не знаю, как вам еще объяснить. Но он мне показывает планеты разные, какую-то очень далекую галактику, где растительность очень красивая, все гармонично и все очень синхронизировано. Животный мир и растительный. Замечательно. Наполнено смыслом. Все живые формы общаются между собой телепатически. Это было ее предыдущее воплощение. А в каком созвездии это было, уважаемая Рин? Другая галактика. Вообще в другой галактике, все понятно, значит. Благодарю вас. Я иду тогда к следующему вопросу, если вы закончили. Он просто еще хочет добавить, что ее душе трудно в человеческом биороботе. Некомфортно, да. Скажем так. Не только ей, он здесь сильно сдавливает. Согласен. Хорошо, второй вопрос. Сколько у меня было кармических контрактов, сколько прошла и сколько осталось? Я, честно говоря, не понимаю, что такое кармические контракты. Я знаю кармические узлы. Может, она это имеет в виду? Ты взяла 5. 2 осталось? Подожди, ты взяла 5 лестниц, проходя которые ты поднимаешься и получаешь опыт. И душа поднимается по лестнице вверх. 3 лестницы прошла, 2 впереди, а дальше свет. Так и увидел. Замечательно. Третий вопрос. Как мне с тобой общаться, дорогой куратор? Как наладить с тобой связь? Ну, на нее смотрят, и они автоматически превращаются в таких красных. Оболочка красная становится. Телепатически только. Прямым каналом. Рин, я полагаю, это вы тоже с Венеры, да? Да, и у нее еще есть глаз, и у него как красный свет тоже идет, соединяется. Обмен так идет? Да, идет обмен информацией. Так и общаться, он показал как. Отлично, хорошо, она должна знать, вспомнить точно. Благодарю вас, Ирина. Я могу переходить к следующему вопросу, четвертому? Двигайся дальше. Сколько я набрала темной энергии? Процент. Сколько нужно набрать? Ровно столько и набрала. Число назовите. Воплощение. А какое-то число назовите, будьте любезны. 23. 23%. Абсолютно нормальный показатель. Это я просто сравниваю с другими. Мы уже сотни людей проверяли. И вот это абсолютно средний показатель. Благодарю вас. Так. Пятый вопрос. Какая цель моего воплощения? Исправляюсь ли я с этой целью? Исправляешься. Цель пройти по лестнице, получить свой опыт. Значит, она все правильно делает. Шестой вопрос. Я интересовалась, изучала хиромантию, нумерологию, но так ничего и не получилось. Вопросительный знак. Может, это не ее? Он, знаешь, ему трудно все вот это говорить, показывает все, и он настолько космический, ему очень далеки вот эти человеческие земные какие-то проблемы. В общем, понимаю. Информация идет, что у нее появляется интерес, она идет до какой-то степени, потом он пропадает, это нормально, она получает определенную информацию, идет дальше. На чем-то она цепляется больше, на чем-то меньше. Она просто, ну, как поглощает информацию И там, где ей будет интересно, там она и будет развиваться дальше. Благодарю вас. Очень понятно. Благодарю вас, уважаемый Рин. Следующий вопрос. Я с ним вообще ничего не могу начать. Я думаю, что если кто-то ответит на него, так это вы, потому что я даже его не понимаю. Итак, 7-й вопрос. Я дословно читаю. Покаянные матрицы. Я думаю, ты знаешь, о чем я говорю. Мне надо дальше их слушать и новые заказывать. Вопросительный знак. Но все так дорого. Это все пустое. Конечно. Но вот он показывает, что это определенная музыка, которая создана вроде как поднижать свои черные энергии. Это космические придумали, да? И вытаскивать из себя ненужных подселенцев. Угу. В общем, он говорит, что черная энергия, она должна быть. Мы живем в дуальном мире. Она должна находиться. Вы за этим и пришли на Землю, чтобы четко почувствовать добро и зло и сделать свой выбор. Но это еще не все. Если тебе нужна музыка, у вас есть классика для этого. То, что ты прочитал, это очередной эгрегор. Вот, я только хотел спросить, не речь ли идет об очередном эгрегоре, который высасывает у человека важные энергии, подселяет его, подключает к ненужному эгрегору? Вот это, скорее всего, и есть. Но мы почему я хотел спросить, мы очень часто вытаскивали интерферентов космических, роботов и так далее, которые нам открыто говорили, что музыка, определенная музыка – это их изобретение, определенные звуки, и эти звуки открывают ей каналы для того, чтобы они свою энергию передали нам. И вот так происходит подключка на музыке. Возможно, вот эти покаянные матрицы не такие, в общем-то, и хорошие, как она полагает. Я правильно вас понял? Вы сказали... Здесь ключ лежит в названии. Ты не пришла покаяться и быть рабом. Ты пришла научиться. Отлично. Значит, она все... Получить опыт. Значит, ей это не нужно все. Она сама знает. Мы закончили, я могу переходить к следующему вопросу? Переходи. На каком уровне находится сейчас мое высшее Я? 12. 9-й вопрос. Как объяснить моим близким о квантовом переходе, о вибрациях, о вознесении? Они этого не понимают и не хотят вникать. У меня нет ораторских способностей. Мне трудно объяснять. Нехватка слов. И забываю слова. Плохая память. Плохо выговариваю трудные слова. Это у меня с детства. Итак, вопрос. Как объяснить ее близким о квантовом переходе? Никак. Ну, никак. А как объяснить слепому, что такое голубой цвет? Тоже никак. Он его никогда не видел. И не поймет, о чем идет речь. Человек должен достигнуть этого уровня, по-моему, Рин. Я извиняюсь, я вас перебил. Продолжай. Я закончил, в принципе, и вы закончили этот ответ очень короткий. И последний, 10-й вопрос. Моя дочь. Каждый должен дойти и получить свой опыт сам. Конечно. Иногда... У нас люди даже не понимают, что дети могут приходить и быть учителями для родителей, а не наоборот. Вот такие, в общем-то, у нас здесь, в таком мире мы живем. Благодарю вас, Рин. Последний, 10-й вопрос. Моя дочь, нас связывает кармический узел во многих воплощениях, вопросительный знак. Связывает ли нас кармический узел во многих воплощениях? Наверняка так она хотела спросить. Есть ли какой-то кармический узел у нее в отношениях с ее дочерью? Кармического узла нет. И есть опыт, который вас связывает. Есть опыт. Вы можете дать в отношении их взаимоотношений какой-то совет для Натальи? Я только могу сказать, что Наталья сама должна стать примером, чтобы на ней ей поверили. Вот. Ее родственники. Те, кому она пытается объяснить что-то. Или в отношениях с дочерью. Благодарю вас, все понятно. Иди своим путем. Те, чьи вибрации будут совпадать с твоими, тебя услышат. У остальных свой путь. Как вы красиво ответили, уважаемый Рин. Мы закончили. Тут она пишет: дорогой куратор, наставник, друг, я очень благодарна тебе за ответы и посылаю тебе свою любовь и благодарность. Благодарю, благодарю, благодарю. Если я задала дурные вопросы, то прости меня. А сейчас я обращаюсь к Владу и Верочке. Мне сказали, что я имею контракт, заключенный очень давно. Помогите аннулировать его. Благодарю. Мы все аннулировали, у нее никаких контрактов больше нет. Все игры мы аннулировали, заправили ее энергиями. Она сейчас чистая и может хоть сейчас общаться с вами, Рин. Дорога открыта. Только желание ее важно и намерение. Со своей стороны. Переосмысление. Переосмысление. И настройка. Да, много работы еще, конечно, безусловно. Настройка на мою волну. Как ей настроиться на ее волну лучше? Дадите какой-то совет? Нет. Только у нее внутри должно пройти переосмысление. И включится определенная программа, кнопка. Связь наладится. Замечательно. Благодарю вас, Рин. Я как понимаю, вы никогда на Земле не жили, да? Нет. Рин, почему я спрашиваю? Потому что у нас есть такая добрая традиция. Мы всем кураторам, всем учителям всегда обязательно какую-то мыслеформу, подарок. Может, какие-то чистые наши продукты земные даем. Можем ли мы что-то для вас, вам предложить? Было бы у вас какое-то желание, которое мы могли бы воплотить и материализовать. Может быть, какая-то мыслеформа с Земли, наша природа, может быть, что-то другое. Душевное тепло. Душевное тепло. А сейчас я сижу и думаю, как это сделать. Я увидел картинку «Мать с ребенком маленьким». Ребенок улыбается, и вот это идет душевное тепло на счет 3. 1, 2, 3. Сделаем картинку «Мама с ребенком». На руках ребенок, и ребенок улыбается. И это тепло. Это то, что вы хотели? Да. Благодарю. Замечательно. Вы можете это взять, если вы хотите. Пожалуйста. Я уже взял. А вы знаете, у нас ягоды есть на Земле. Это самый чистый экологический продукт, который, в общем-то, остался. Мы всегда всем даем космическим подарки, и они с удовольствием их берут, они их знают. Позвольте и вам такую корзинку с самыми вкусными ягодами на Земле преподнести. 1, 2, 3. Верочка, это все наши самые чистые ягоды на Земле. Возможно, я воздержусь. Хорошо, хорошо. И убираем корзинку. Хорошо, я понимаю. Вы из другой цивилизации, поэтому душевное тепло у вас знакомо. И это хорошо. Уважаемый Рин, мы закончили. Благодарю вас сердечно. Примите нашу благодарность, Натальи благодарность, мою и Веры, за то, что вы помогли нам сегодня ответить на эти вопросы, за то, что сегодня... мы освободили Наталью от сомнений. Многие вопросы для нее сегодня были решены. Я надеюсь на ваш скорый контакт с ней. И если вы ничего не хотите добавить, мы тогда будем возвращать Наталью в ее систему. Биоробот душа. Он ей показывает, что она может представлять себя, тонкие свои тела, и защищать их как такой красной оболочкой, еще один фантом выставлять красным цветом. Это ее защита родовая. Отлично. Поверх этого фантома, да? Поверх всех фантомов красный. Отлично, она это поняла. Благодарим вас, Рин. Мы это передали, и она этим воспользуется. Желаем вам всего наилучшего и будем прощаться. Но он нам поклонился, а ей опять вот глазами они встретились, как красные. Угу. Свет между глазами прошел. Отлично. Рассинхронизируйся, Верочка. Он отключился уже. Хорошо. И для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Натальи в систему биоробот душа, заводим. Подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключаясь от объекта, и перемещайся в свою комнату диагностики. 1, 2, 3. Я на месте.